Хочешь, я тебя ногой толкну обратно? Идите, не пейте кока-колу. Мы едем лазить на лазилку на нашем крутом Ford Puma. Вот он, синий. Это не Ford Puma, это Porsche Puma. Такой лупоглазый. У нас Мустанг, так что мы решили Ford не предавать. Поехали. Вылезай. Браслет для вас. Какая у вас крутая камера? Маленькая и красивая. Чего ждем? Ждем, пока нас туда проведут. И потом нам вот на этой разделке нас научат, как пользоваться оборудованием, как крепить эти штуки на веревке, которые там наверху везде. Потом на каждой станции надо будет менять сам по себе веревку. Надо будет менять на одну, на другую. Одну на другую. Ты помнишь, да, что ты всегда должен быть пристегнут. Если отстегнул одну, это значит, что у тебя вторая уже пристегнута. То есть сначала пристегиваешься, потом отстегиваешься. Да, это самый большой веревочный парк в Мармелии. Так хорошо, что мы 4 минуты такой в машине ехали. Он прям... Я думал, нам надо будет долго сейчас ехать, типа, учись. А нам 4 минуты прям. Да, а ты помнишь, как он называется? Да. Амазона. Авентура Амазона. Точно, у нас здесь пустая. Авентура Амазония. Смотри, собаку уже тоже пристегнули. Собаку тоже пристегнули, я тоже буду. Так страшно, как будто я сейчас упаду, а я ровно упаду. А, да. Эти крутые штуки, конечно. Давай. Ого, так как быстро. Давай, 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 давай. Две штуки суперские, они как кварки связывают суперпозиции. Один знает состояние другого. Если ты отстегиваешь один, то второй уже не отстегнуть. Очень круто, потому что у них тут внутри тросик, и они знают состояние друг друга. Красный знает состояние черного. Если красный отстегнут, черный уже не отстегивается. Если черный отстегнут, красный уже не отстегивается. То есть вероятность, что ты отстегнешь два карабина и упадешь, отсутствует. Круто, молодец. Молодец. Давай, представь, что там пропасть и лава, и ты сейчас и акулы подпрыгивают, и тебя за ноги кусают. Давай, 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 давай. Ну ты сейчас уедешь обратно, алло, ну. А, ну я понял, ты хочешь подольше тут повиснеть, давай. Как раз у нас время кончится. Давай, 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 двумя руками. Оп, 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 оп. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Что случилось? Давай, давай, давай. Я все это снимаю. Потом будет у нас видео, как тебе больно. Давай еще трубку дам. Nokia Connecting People. Желтая. Молодец. Герой. Вот у меня сейчас было по шкале боли 8 из 10. Я засмотрелся вниз, у меня соскочила нога, и я рукой вот об этот металлический трос долбанулся. Смотри как. Но я даже не пикнул. Так же, как ты почти. Опа! Молодец! Зацепился за желтый крюк? Угу. Капитан Крюк. Капитан Крюк? Я качаюсь в гамаке. Качаешься, я тоже качаюсь. Круто тут, да? Ага. Мы сцепились. Ты впереди меня не можешь. Либо платить денег. А мы здесь отцепиться не можем, нам магнитик нужен. Ну, чуть-чуть осталось доехать. Смотри, у тебя два варианта. Либо отстегнуть штучки, либо руками перебегать. Давай. Второй вариант. Болтаешься? Висишь? Мне тебя не достать. Иди сюда, иди сюда. Одну за другую. Вот так. Ать, 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 ать. Тихонечко, тихонечко. И пошел, 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 пошел.
Nokia, она тебя попадет. Connecting people. Чуть-чуть-чуть-чуть, еще чуть-чуть. Хочешь, я тебя ногой толкну обратно? Ну давай-давай, чуть-чуть-чуть осталось. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Молодец. Давай. Мы решили изменить нашим традициям и вместо бургера заказали пиццу. По возрастанию чего я расставил эти бутылки? По возрастанию чего? Слева направо. Не по возрастанию бутылок, не по возрастанию воды. Не по возрастанию высоты бутылок, не по возрастанию высоты воды, уровня воды. Не по цветам, правильно, да. И дело в содержимом. По возрастанию чего? Сахара. Правильно. Скажи, сколько здесь? Как ты думаешь, сколько здесь сахара в 100 граммах? Здесь? Да. Ноль. Правильно, здесь. Не знаю, но 40. Давай. 100 граммов. Здесь есть даже миллиграмма соли. Но сколько в Несте грамм сахара? Грамм. А сахар? 4,6. 4,6 грамма? Да. И здесь победитель, точнее, проигратель. А сколько есть? 10 грамм. 10,6, да. Два раза больше. Да. Ну, Сашка, если взять обычный одноразовый стаканчик Кока-Колы и обычный стаканчик воды, сколько пакетиков сахара нужно добавить в стаканчик воды, чтобы получить Кока-Колу по содержанию сахара? 2 пакетика. 4. Потому что в 100 граммах, а стакан это 200 грамм. Так нужно 4 пакетика сахара поставить, представляешь? А, так подожди, я сказал, здесь 10%. Нет, здесь же 500 миллилитров. 500, да. Так что здесь? 50. 50% сахара. 10 пакетиков здесь сахара разбавлено. Представляешь? Здесь всего 5. Я больше не буду. Это, молодец. Это не реклама Кока-Колы. Это антиреклама Кока-Колы. Дети, не пейте Кока-Колу. А то будете все... Это был самый крутой веревочный парк, который я когда-либо посещал вообще. Там такое оборудование, что два сразу отключить нельзя, можно только один. Круто. У нас есть запись? Yes. Тогда пойдем. Баруго! Nokia Connecting People. Иди сюда. Давай. А Мария тебя ждет. Кольцо всевластия. Молодец. Вы арестованы.